Всем привет! Я Анна Константинова, рада видеть вас на своем канале. Прежде чем приступить к мастер-классу, я вам хочу показать вот такую красоту. Это тортик из памперсов, я его сделала для своей кумушки и хочу поздравить ее с рождением ребеночка. Свой тортик из памперсов я хочу дополнить вот такой открыткой конвертом. Для изготовления такой открытки нам понадобится два вида фетра, кусочек кружева и тесьмы, ножницы, белый контур для ткани, разные пуговицы и клей-пистолет. Сложила прямоугольник вдоль и подрезала верхний край, чтобы получился вот такой конверт. И подрежу еще внутреннюю часть. Также складываю прямоугольник вдоль и немножко подрезаю здесь. У меня получается вот так. Теперь переходим к декору. Я вырезала вот такую коляску из фетра и такого же цвета дугообразную полоску. Прикладываю и начинаю клеить на горячий клей. Полоску я приклею вот сюда. Теперь беру маникюрные ножницы и прорезаю вот здесь отверстие, чтобы конверт закрывался. Коляску я хочу украсить вот такой тесьмой. Тесьму я вырезала с запасом. Эти края я заворачиваю назад. Приклеиваю пуговицы на колеса. Делаю из таких табличек перекладинки на капюшоне. В центре коляски я приклею сердечко. Свой конверт я хочу украсить кружевом. Этим кружевом я обмотала верхнюю часть конверта с двух сторон. Закрываю конверт и клею коляску. Поскольку кружево тонкое, я его подклеила только за коляской. Здесь я хочу его закрепить цветочками. Чтобы закрепить кружево с обратной стороны, я приклею тоже три цветочка. Белым контуром по ткани я напишу с прибавлением. Такая открытка у меня получилась. Заднюю сторону я решила оставить пустой. При желании можно на нее добавить еще что-нибудь: бутылочку, распашоночки и так далее. Если тебе нравится мой конверт, поддержи меня лайком и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить что-то новое. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока!